Жеңем УКМК иштейт деп чиренип эч кимге баш бербей. Камерага каршылык көрсөткөн Мастын бүгүн дагы наркология борборунан дарыгерлердин айтканына көнбөй жаткан видеосу чыкты. Ал 1985 жылы туулган Айбек аттуу жаран экени белгилүү болду. Бул боюнча учурда милиция ага карата 238-1 бөлүгү менен административдик иш козгоду. Ал эми автоунаасы айыппул төлөө шайга токтотулган. Ал эми чиренген УКМКда иштейт деген жеңеси ким экени белгисиз. Эскерте кетсек, 27 октябрда интернет баракчаларда мас абалында унаа башкарган жаран эч кимге баш ийбей жаткан видео тараган. Маалымат булак говорит УКЖ сайты. Бул машина Toyota East. Бул мас абалында. Мынакей келип алып, мына мас абалында элдердин баардыгын алып алып, мынакей бирок өтүп барып сүзүп. Мынакей момунда масале жаратып элдин баардыгын мынакей мына. Эбедесин карагала бул машинаны айдап алып мынакей качып барды. Эч кимге токтобой. Мынакей бул машина Toyota East 765A08 мынакей. Атын ким айтпайчу. Ушундай состояниясы менен айдап кетип баратат. Ошо келип алып эл угрожать этип атат. Мен бияктамын, мен СМБда иштейм, жеңем СМБда иштейт деп мынакей. Начальник. Мен начальникте, СМБда начальник деп мынакей айтып атат. Көрүп алгыла. Кебетесиң мынакей. Ушул акыбалда мынакей ошону айдап жүрөт ушуну. Келип алып киши түшүп алып мына кишини сөгүп атат. Көрөбүз. Көрөбүз, көрөбүз. Макул давай. Недавно приезжал. Давай, садись. Садись в трубочку, давай, как все. Давай. Чего вы думаете? Нет, садитесь. На диван садитесь. Присядьте. На диван присядьте. Ну я понял, вы знаете. На диван присядьте. Подуйте в трубочку. Я не хотел сидеть, потому что я сотрудник моей коллеги. Ну что это? Вы же поняли, что все там ясно. Дуйте стоя. Это мои коллеги. Давайте, очень приятно. Да, чуть-чуть, да, все. Понятно. И что? Что тогда? Все нормально. Все нормально. Написал? Нет. Напиши направление. Под носом у себя вот направление. Садись, пожалуйста. Зачем сидеть? Я не знаю, другие.